And Lucas. Халадин, слушай, ты не вовремя сейчас отвечай. У меня там сток забился, надо дочистить, слушай. Подожди, подожди, у меня к тебе конкретное желание. Исполняешь все? Надо, чтобы ты мне помог экзамены сдать. Что, братан, я тебе 100 раз говорил уже. Если ты по поводу водительских прав, все, начальник Бреу сменился, да, никаких подходов нет. Да нет, 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 это не права. Я поступить хочу. Да? Багдадский национальный университет. На инженера. О, братан, поздравляю тебя. Пожалуйста. Поздравляю. У меня, кстати, мама тоже хотела, чтобы я юристом был. Слушай, там, короче... Или врачом. Послушай, там, короче, 3 предмета, которые я плохо знаю. Арабский жесть, химия, физика. Боюсь, не сдам. Ты не переживай, братуха. Это такое дело. Я тебе помогу. Вообще не вопрос. Значит, смотри, давай. Первый закон Ньютона. Это что такое? Вообще-то я думал, ты мне без экзаменов поможешь поступить. Ты, как я тебе это сделаю, слушай? Хотя, конечно, был у меня там один аспирант знакомый. Так? На кафедре арабского языка и литературы. Отлично, жесть. Он, говорят, погорел на взятке. И что теперь мне? Что, самому сдавать придется? А ты не переживай. Сейчас погоняем тебя по предметам, будет от зубов отскакивать. Думаешь? Отвечаю, слушай. Как? Скажи мне, как можно не знать элементарных вещей? Скажи мне, фильм «Тупой еще тупее» не про тебя снимали, нет? Это же простейшие вопросы, слушай. Если ты такой умный, а? Может, пойдешь и вместо меня сдашь? Что мне делать больше? Нечего ходить вместо тебя сдавать. А с другой стороны... Почему не помочь другу? Мы же не чужие люди все-таки. Так. Шпоры на месте. Ну все, Аладдин. Я готов. Считай, что ты уже студент. Давай. О, наконец-то! Ну что, давай, рассказывай, не томи, ну сколько, сдал, сдал, сколько? 5? Ну, 5? Нет, не 5. Сколько? Чуть-чуть меньше, чем 5. Чуть-чуть меньше. Сколько, 4? Слушай, ну тоже нормально 4. Там проходной балл 12, если 3 четверки, все нормально будет. Не, братуха, там чуть-чуть меньше, чем 4. Сколько, 3? Блин, ты нормальный вообще, ничего не мог подготовиться. Не, ты что, там и не 3. В смысле? 2? А чё я? Чё я? Откуда я знаю твою физику, шмизику? Так он больно Мариотта. Кто такой этот Мариот, шмариот? Я его закон топтал, ты. Да, блин, ты нормальный вообще? Ты, между прочим, бабки взял. Нет, Алади, нет, это не я взял. Это ты мне дал. Все сам думать должен был. Я вот в этой вот лампе 5000 лет просидел. За это время вот физика, знаешь, как вперед шагнула. Фантастика. Шагнула она ему, блин. Мне теперь из-за тебя что, в армию идти? Подожди, Аладдин. Не хипшуй. Короче, у меня есть один знакомый военком. Можем тебе, короче, справку по здоровью сделать. Че, серьезно, можешь? Вообще не вопрос. Давай бабки, 5 секунд все решим. Опять бабки? А нет, у меня бабок. Все. Ты все забрал. Последние 200 баксов профукал где-то. Я тебе, Аладдин, так скажу. Нет денег, иди служи.